Звезды спорта сошлись в битве под Минском. Очередной турнир представил столичный бойцовский клуб «Чинук». На ринге две четверки в самых зрелищных для тайского бокса категориях – 67 и 71 килограмм. Файт-шоу проводилось по правилам К1. По словам организаторов, специально бойцов не подбирали. В итоге турнир получил статус международного с достаточно масштабной географией. В Минск приехали бойцы из Латвии, Литвы, Украины и России. Фишка этого проекта, нашего проекта, клубного формата, являются такие бои, как «Рубаха парень», да? Вот это незабываемая атмосфера. Человек, который находится вблизи ринга, да, прямо под рингом, ему передаются, он острее чувствует вот, именно накал страстей, вот именно переживает. Он является не просто зрителем, он является участником сражения, которое происходит в ринге. Почти все спортсмены, выступавшие на турнире, имеют ранг чемпионов мира, поэтому зрители увидели эффектное, порой даже принципиальное противостояние, красивые поединки и, естественно, нокауты. Серия турниров завершится в Минске к концу года. В финал отберут победителей промежуточных файт-шоу.